Отношения между гражданином и организацией могут оформляться различными договорами. Однако трудовое законодательство настаивает, что с работником должен быть непременно заключен именно трудовой договор. Возникают часто на практике ситуации, когда гражданин, проработав на предприятии какое-то время, понимает, что его приняли на работу не по трудовому договору, а по договору подряда. Это значит, что никакие гарантии трудового законодательства на него не распространяются. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо все-таки учитывать ряд моментов. В первую очередь, вот заключая с вами договор, работодатель должен указать ту функцию или должность, которую вы будете занимать. Подрядчик, несмотря на то, что выполняет работу по договору, по отношению к заказчику подчиненным не является. Допускается передача выполнения работы кому-либо другому. Трудовой договор не имеет срока действия, то есть срочный договор возможно установить только в четко определенном ряде случаев, когда как договор подряда как раз-таки такой срок содержит. При заключении договора трудового с вас обязательно потребуют страховое свидетельство, ИНН, паспортные данные какие-то, документы об образовании и трудовую книжку. То есть запись о работе будет и о том периоде, который вы работали, будет внесена в трудовую книжку. Если с вами заключается договор подряда, то здесь эти нормы не действуют. Следовательно, никакие гарантии, предусмотренные трудовым кодексом, ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск по беременности и родам, больничный, на вас распространяться не будут.